Мировые валюты по отношению к рублю нестабильны, рост налоговой нагрузки также налицо. Об этом сегодня говорили предприниматели на встрече с властями региона. Бизнес в сфере IT, промышленность и торговля – эти направления сегодня более успешны в Ярославле. 2500 грантов малому и среднему бизнесу помогли создать 149 новых организаций и фирм, организовать более 500 рабочих мест и более 4000 мест сохранить. Благодаря совместному решению общественных объединений предпринимателей и Координационного совета были существенно снижены процентные ставки по микрозаймам Фонда поддержки предпринимательства. Теперь инноваторы получают кредиты до 1 миллиона рублей под 5% годовых. Организации, занятые в сфере производства, сельского хозяйства, здравоохранения, строительства, транспортных перевозок и бытовых услуг под 6%, оптовой и розничной торговли под 10% годовых. Средний займ для предпринимателя составляет 800 тысяч. Роман Плис с командой программистов выиграли несколько областных грантов и разработали медицинский IT-проект. Программное обеспечение для эндоскопа, которое позволяет вести запись видео и журнал для исследований. Система активно применяется в областной онкобольнице и уже выходит на российский рынок. Проект собираются развивать дальше. Еще одно направление – это возможность обработки снимков, получаемых в ходе эндоскопии, с целью провести математическую обработку и предложить врачу помощь в вынесении диагноза. Особенно это актуально для выявления рака на ранних стадиях. 22 мая в Ярославле впервые пройдет самый масштабный конкурс для предпринимателей, где соберутся топовые бизнесмены России, инвесторы, банкиры и финансисты. На конкурсе будут представлены самые интересные бизнес-проекты, а для предпринимателей устроят мастер-классы. Евгений Журавлев, Денис Лосев. День в событиях.